буду BMW смотреть. Давай, газ. Да? Этот белый дым, белый-серым цветом дым, признак того, или цилиндр какой-то засел, или кольца, или инжектор, и еще у него обороты плохо набирают, до 3000 все. И это может быть ShadeGR. Может быть, он у нас заклиненный будет. Всякое может быть. Короче, будем сейчас смотреть все эти недостатки. И конкретно скажу, в чем была проблема с этим двигателем. В следующем видео будем проверять инжекторы. Все, всем пока. У кого какие вопросы, пишите. Пока.